Так, друзья, эпопея с Камри продолжается. В общем, вот снял стартер, чтобы наглядно показать. Все подключил, что когда мотор запускаешь, вот эта шестерня выбрасывается вперед. Все работает, все крутится. Но почему-то, когда в прикрученном состоянии, она просто жужжит в холостую, не входит в зубцы. Там, на шкиве, зубцы все на месте. На маховике зубцы все на месте. Здесь зубцы все на месте. Вот она когда крутится, она вот так вот вперед выбрасывается, да? То есть делает этот ход полностью все. Но почему-то не заводится. Парадокс. Вот смотрите, сейчас ключ зажигания, внимание, старт. Вот он. Отпускай. Стоп. Еще разочек, пожалуйста. Еще разочек. Вот, друзья, подскажите, почему не работает и в чем дело. То есть вот этот вот втягивающий работает, все втягивает. Но мотор не заводит. Не вращается даже. Двигатель не вращается стартером.